У нас поступили два Санта-Фе, ностальгия, потому что раньше мы очень много ими торговали. Ну вот, когда мы начинали, помните, то есть сейчас меня как там зовут? Девушка из подземелья, девушка из подвала, а тогда звали девушка из служайки, что ли, что-то такое. Ну вот, кто следит за моей деятельностью активной, те знают, о чем я говорю. Что только не сморозят завистники, лишь бы вот подколоть. Но при этом мы как привозили, так и привозим для вас интересные машины. Смотрите, есть две Санты. Одна темно-серая, другая светло-серая. Темно-серая прекрасна своим коричневым салоном, светло-серая прекрасна черным салоном, такой классикой жанра, которую вы тоже... Ну, в России очень уважают черные салоны, хотя я вот сама больше за коричневый. Тем более, когда коричневый такой красивый. То есть это такое... Это было, Маш, это было просто великолепно. Тем более, когда коричневый такой красивый. Маш, не падай, держись. Смотри. Согласись, шоколадный цвет, ведь как хорош, да? Вот Маша с нами работает с момента площадки на метро Зюзина, поэтому она мало видела Санта-Фе. Не везем мы их сейчас много, потому что, ну, они достаточно дорогие, но машина просто супер. Во-первых, мотор 2,5 литра, он известный, популярный и надежный. Коробка тоже абсолютно надежная. То есть эту машину вы покупаете, 300 тысяч, вы не знаете бед. Дальше, смотрите, по комплектации. Подогревы обоих рядов сидений, вентиляция, подогрев руля, подогрев лобового стекла полноценный с нитями. Далее, камера 360. Ой, а не 360, а простите меня, пожалуйста, обычная камера заднего вида. Хотела понтануться, не вышло. Вот. Зато есть у нас электробагажник. Есть блокировка центрального дифференциала. Вот все это активируется с этой стороны. Круиз-контроль обычный, не адаптивный. Бесключевой доступ, старт-стоп. Далее сиденье, вот видите, двигаю вперед-назад, электрическое. Вот оно. Салон в данном случае у машины 5-местный, но бывает и 7-местный. Короче, вот... А, ну вот еще из того, что не сказала, по-моему, беспроводная зарядка для телефона, я не упоминала. Двухзонный климат-контроль, ассистент спуска с горы. Короче, вот это та машина, которая хорошо известна, на нее всегда будут запчасти. Вы всегда будете довольны тем, сколько стоит обслуживание, как она по надежности. Единственное, вот сейчас, к сожалению, не можем предложить вам таких ценников, как были раньше до повышения утилизационного сбора, потому что он здесь достаточно велик на мотор 2.5. Но дальше, вот в самое ближайшее время, после 1 апреля, их в принципе, мне кажется, эти машины, ну, вообще будет нереально завозить. Ну, посмотрим. Мы же сами все ждем, изучаем и стараюсь держать вас в курсе. Вот такие два автомобиля.